нам телефон, но все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И тогда я обернусь на пороге. Я скажу одно лишь слово. Опять проводник выдаст белье и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес не послышится слово. Прощай. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Но странный стук зовет. Yeah.